Всем привет! Вы знаете, я вам говорил, что я не буду по-быстрому проходить. Да, так и будет. Так вот, пока я тут находился, здесь по городу, по этому поселению бегал, я здесь начал строительство. То есть я научился строить. Пару часов, даже больше, наверное, провел на строительстве. Ну, пробовал, смотрел, как, что. Прикольная штука, да. Вот это медленное мое прохождение, оно заставляет меня в каждом отдельном случае вести себя как можно более осмотрительнее, смотреть все подряд. Так вот, строительство было офигенное, и я благодаря этому строительству достиг уже 4 уровня. То есть когда строишь, еще и уровень очки твоего опыта повышается. Вот. Кроме всего прочего, и самым сложным является здесь, почему-то у меня вот этот фонарик, вот видите, в правом углу сбоку, это знак фонарика, не убирается. Я не знаю, даже все клавиши перепробовал, что-то так и не понял, как, с помощью какой клавиши его можно убрать. Может быть, как-то F сколько там, не знаю, как не пробовал, ничего не получилось. Вот, освещение, с освещением сложнее всего вышло, потому что там нужно протягивать провода. Оказывается, да, вот, чтобы лампочка загорела, нужно поставить генератор и потом к нему тянуть еще провода. Вот провода сквозь стены не проходят. То есть нужно еще обводить по разным местам это место, эти провода. Но когда на определенной платформе находится изолятор с проводкой, эта платформа, то есть на этой платформе, если размещена лампочка или что-то типа того, она начинает уже гореть ярко. И я немножко постарался тут, немножко поработал, кое-что убрал, да, вот эти вот развалины дома, они тоже убираются, и из них можно делать прекрасного своего рода тоже дома, дом в доме, так сказать. Вот, вот даже машины, вот эти вот, из этих машин можно делать, переделать металл, и потом этот металл распределять в разные штуки. Ну ладно, пойдем дальше, пойдем в тот город, в который нам надо было идти. Как он называется? Так, где у меня задание-то? Задание. Осмотреть Конкорд. Пойдем в Конкорд. 7 часов утра. Так, что это у нас? Трэш. О, осколочная граната прям там. Фига себе, кто ее сюда засунул, интересно. Так, через мост. Я слышал, помню, что нужно было пройти через мост. Вот как раз это место и есть. Там то ли трупы лежат, то ли уже скелеты. О, даже речка имеется. Ну, правда, она не глубокая. Просто интересно. Ой, блин! Взял, упал. Я не специально. Ё-моё, радиация. Это что такое? Шлем какой-то, что ли, чё? В воду упал, блин. Как я провалился, не заметил. Елки зеленые. Ну, по крайней мере, наверное, запрыгнуть-то можно как-нибудь, нет, туда. Или мне придется обходить это все дело. Не хотелось бы. Потому что радиация повсеместно. Все нормально. Нормально все. Нормально. Так, вот тут вот. Ого, собачка лежит. Вот этот человек. Патроны, симулятор, гладкоствольный пистолет, костюм, бродяги плюс. А что значит плюс, интересно? Костюм бродяги плюс. Сопротивление урону и тому подобное, да? То есть его тоже можно раздевать. Предохранитель. В нем прям, в этой собаке. Охренеть, вот это вид. Трупачок, блин. Вот сюда я провалился, что ли? Не понял, куда-то провалился здесь. Ладно, не будем повторять эти действия. Повторять эти ошибки. Эти мысли. Идем вперед. Думается мне. Попытка пройти. Это памятник какому-то военному или стрелку, может, основателю этого поселения, не знаю. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что нас там ждет. А не так далеко, наверное, идти, надеюсь, по крайней мере. Ну, тут какая-то Red Rocket. Ну, про ракеты мы помним, да, в третьей части еще. А, нет, в Нью-Веге. Я помню, что были такие ракетки. Так, а здесь будем сейчас идти и смотреть, что нас ждет дальше. О, собака! Чё, неужели в самом начале нам появится собака?
Поздороваться с собакой. О, здорово. Привет, дружок. Что ты тут делаешь, один немножко? Хозяин. По делу хозяина. Ну ладно, значит, будем держаться вместе. Повернитесь лицом к собаке и нажмите Е, чтобы отдать команду. Можно с тобой поговорить? Эй. Wait there. Иди за мной. Ух ты, прикольная собачка. Так. Смотри, как быстро мы нашли ее. Даже никуда уходить не хотелось. Ну, на заправке сейчас я посмотрю. Что-то он лает тут. Стоянка грузового красной ракеты. Ух ты, а тут тоже есть, смотрите, верстаки здесь. Такие же верстаки. Ну, чтобы сделать самому верстак, на самом деле, нужно какие-то особенности, лидерские качества. К сожалению, я пока делать не могу, но зато они стоят на каждом шагу. Видимо. Так, мастерская. Теперь вы можете... чё? Теперь я могу здесь точку сохранения найти, что ли? Или могу здесь работать? В любом случае, хорошо. Так, чтобы открыть меню вас... Да, это я знаю. Что там есть? Блюдо, будильник, дерево, кастрюля, огнетушитель, сталь, телефон, чистящее средство, Абракс. Я буду брать все возможные вещи по одной простой причине, потому... Подожди, чё? Да что ж ты, подожди. Воу, пока соображаешь, блин. Во. Как он так, блин? Пока соображаешь. Откуда они тут набежали? Молодец, Пусик. Ты хорошо работаешь. Мы с тобой сработаемся. Кто там стреляет? Эй, кто там? Откуда он тут взялся? Еще один. Это нападение опасное. Есть тут еще, нет? Вот они куда... А-а-а, смотри-ка, видишь, они откуда вылезли? Из низа. Ладно, да зато мясо сейчас набираем. А зубы для чего? Зубы тоже для производства. Пригодится, наверное. Охренительная штука. Прикольно. Нифига, сколько тут было, а? Так, тут еще такой верстачок есть. Верстачок. Так. Тут на мастерской ничего нету. А вот тут я насобирал довольно много всего интересного, да? Так, здесь что у нас? Стимулятор есть, гаечный ключ. Это все я забираю по той простой причине, потому что это мне принесет... Ну, то есть я это все могу переделать и свой дом развивать. Я, может быть, буду его развивать, который находится сейчас у нас там, в самом начале, в нашем убежище. Вот видите, все это проводами соединено. И если сейчас тут поставить генератор, то все эти лампы будут гореть, мне кажется. Так, ну ладно, нам сейчас другая задача. Давайте сейчас немножко посмотрим, что тут у нас в мастерской имеется. Ух ты, что-то есть. Крысиный яд, может пригодиться. Так, готовый завтрак. Голова рабопони лютик. Интересно, что за лютик такой? Очень интересно. Так. Едотрон. Ничего нету, да? Активировать. Хм, интересное место. Синие тарелки. Синие тарелки, офигеть. Синие тарелки. Как так? Любительская рация. Комод. В комоде ничего нету. Посмотрим. По шкафчикам полазим, да? О, пачка сигарет. Сигареты я буду брать с собой, наверное. Бостон Бьюглс.
Так, что у нас тут есть еще интересное? Может быть, что-нибудь найдем? Так, шкаф, картотека. Вроде бы ничего больше нету. Сейчас понаблюдаем. О, есть компьютер. В компьютере есть, может, какая интересная информация попадет. Ядер кола, кукуруза, кукуруза, кукуруза. Ох ты. Тайник с крышкой. Так, ну давайте посмотрим в терминале, может, что-нибудь интересное найдем. Почитаем, я буду читать все, наверное, по мере возможности, конечно. Так, сотрудник красной ракеты, деловые записи. Новое оборудование установлено. Ремонт розы, безопасное хранилище. Ну-ка, новое оборудование. С главным офисом пришлось пободаться, но зато мы, наконец, получили все необходимые разрешение для производства собственных запчастей. Больше не придется платить за заводские детали, когда они в очередной раз изменят характеристики какой-нибудь задвижки. Просто возьмем, что есть, и спилим лишнее. Во как. Так, ремонт розы. Вдова по имени Роза из Sanctuary Hills вместе с сыном восстанавливает старую корвет. Хорошая женщина, красивая. Пацан, на мой взгляд, избалованный, но, видимо, поэтому они этим проектом вместе и занимаются. Кстати, у нее очень даже неплохо все получается. Даже удивительно, сколько им с мальчиком удалось сделать самостоятельно. Ко мне она обратилась за помощью только потому, что не могла двигатель. Думаю, мы сможем ей помочь. Интересно. Безопасное хранилище. Где тут есть оно? Джим, разберитесь с бочками сегодня до утра. Завтра же утром придут инспекторы. Просто спрячь их вместе с остальными. Что с ними делать, решай потом. Если природа столь благосклонна, что наделила нас пещерой прямо под мастерской, зачем отказываться? Ух ты! Значит, под мастерской есть пещера. Охренительно. Кто бы мог подумать? Так, журнал обслуживания за октябрь. Давайте сначала начнем. Пятница, 1 октября. Заменили тормоза во Fuji Flee Supreme. Вот вы смотрите, число какое. 2075 год, это когда до этого взрыва произошло, да? До самого взрыва. Среда, 6 октября. Ежемесячное обслуживание фургона Voltex. Voltec. Я почему Voltex его называю. Серьезных проблем не обнаружено, а вот их представитель напыщенный козел. Четверг, 14 октября, через месяц. Начали работу над мотоциклом новой модели. Дуатомным. Сначала думали, просто дроссель заедает, но все остальное оказалось сложнее. Тросы практически полностью износились. Будем менять на платиновые. Ого. Понедельник, 18 октября. Утечка хладагента в одной из новых Carve Coupe 2077. С прозрачным верхом. Разучились их нормально делать. Так, и пятница, 22 октября, последним. Заменили атомный генератор в Корвеге 2073 года выпуска. Вот, наверное, и все. Вот и вся. Вся малина. Джон Р. Ди. Так. Ты мне будешь помогать, да, я надеюсь? Ну, я думаю, будет все нормально у нас с тобой. Все пойдет как по маслу все. Все дальше будет только лучше. Я уверен в этом. Так, он что, сам открывает двери? Похоже, да. Ладно, пойдем. Хорошо, ты будешь моим индикатором. То есть, если кто-то будет шуметь где-то, я буду знать, что... Это что такое? Стойка для журналов? Ух ты, прикольно. Можно даже сюда журналы ставить. Кстати, я насобирал журналы. Может быть,
до города сегодня не дойдем, а? Просто посмотрим, что тут у нас имеется еще. Надо разобраться, может быть, в настройках, в способности, которые у нас имеются. Давайте, может быть, здесь сейчас начнем. Вот, я сейчас проверю, вот что тут есть. Так, автомат по продаже сигарет. Тут у нас ядеркова. Ух ты. Одна, что ли, только? Странно. А это что такое? Бутылка, главное, из-под молока. Почему самого молока нету? Химлаборатория, офигеть. А что тут есть? Интересно, а что можно делать, блин, в химлаборатории? Бутылка с как... А, тут можно делать гранаты, вот что такое. Заряды для инъекционного пистолета, прикольно. Так, потом лечение, мины, служебные, сказочно охлаждающая жидкость, препараты. Ух ты, много что тут можно делать, короче, да? Офигительно много. И эту лабораторию я тоже с определенного уровня смогу сделать. То есть, ну, я дом решил все-таки начать делать в самом своем начале. Видите, вот опять такие все верстаки, они тут как бы повсеместно на каждом шагу. Серебряная миска. Почему серебра так много? А, меня вот это вот больше всего. Верстак для создания. Каска. Каска ж. Ну-ка. Секунду. По-моему, это будет самым тем делом, а? Чтоб меня никто. Строительный прораб, да? Похож на прораба. Вот в какой-то игре, помню, такая штука была. Так, а тут у нас мясо есть. Пункт приготовления пищи. Нет, ничего нету. Ух ты, смотрите, тут прикольно. Он опять кого-то нашел. Нет. Мастерская для приготовления пищи. Тоже прикольная штука. Может быть, будет когда-нибудь интересно. Да, очень много всего. И пока еще ничего не ясно. Так, ладно, пойдем. Тогда, может быть, зайдем внутрь. Тут будет безопаснее. Проверим все наши способности, все наши возможности, все наши виды. Так, для этого возьмем, откроем наш пип-бой. Состояние, специаль, способности. Пока этого ничего нету, мне нужно нажать Т, чтобы улучшить свои способности. Так, я могу. Что я могу? Улучшать свои. Так, кладоискатель, дуэлист. Вот для производства, я не знаю, можно это будет делать, нет, внизу. Вот это вот, вот. Необходимо характеристика харизма 6. А у меня харизма. Харизма у меня только 4. Угу. То есть для производства этого верстака нужна будет вот эта вот штука. Местный лидер. Так, ладно. Пока, может быть, строительством не будем заниматься. Будем заниматься более чем-нибудь полезным. Дуэлист, может быть, все-таки. Так. Неавтоматический пистолет наносит на 20% больше урона. Вот это вот классно. Может быть, и будет лучше, да? Карманник. Давайте, может, начнем именно с оружием. Это что такое? Once. Пусть вас направляет сила Wall-Tech. Путь к ближайшей цели задания отображается у вас. Угу. Ладно, давай вот эту применим. Применим. О, отлично, точно могу. Так, ну может быть тогда могу я и все-таки прокачать лидерские качества. Что дает сами по себе лидерские качества? Неизвестное требование, да? Ну, она неизвестна до тех пор, пока я не достигну 6 уровня харизмы. Насколько я понял, да? Я думаю, что харизма здесь довольно сильно важна. А может быть что-нибудь... Медик. Врач... Врача срочно. Симуляторы восстанавливают 40% утраченного здоровья, а антирад нейтрализует 40% радиации. Тоже довольно неплохо. И для, на начальном этапе я даже не знаю, какой будет лучше. Какой из очков. У меня осталось еще сколько? 2 очка, да? Сейчас я подумаю еще, как и что применить. Я вижу очень много интересного всего. Ну, поначалу, конечно, это все до 4 уровня, да? По всей вероятности можно делать. Хотя... Я вот смотрю,
Так, а что у меня больше всего по моим способностям, я не помню. Интеллект, да, у меня уровень 6 интеллекта. И вот с помощью интеллекта я, наверное, могу делать вот, вот эту вот штуку. Это что у нас? Наука. Воспользуйся преимуществами передовых технологий, получив доступ к базовым и первоуровневым модификациям высокотехнологического оружия. Ну, мне первым делом, я помню еще по третьей части, какая-то была способность такая, которая помогала увеличивать очки навыков с каждым, то есть опыт повышался у меня с каждым новым. Так, интеллект определяет ваши умственные способности в целом, он влияет на число очков опыта, которые вы получаете. Вот да, но было какое-то специальное именно. Я думал, кто-то стреляет, это оказывается я стреляю. Прикольно. Красиво сделано все, да? Вообще офигительно. Такая анимация. Блин, все для того, чтобы мы с вами играли в эту игру бесконечное количество времени. Так, эксперт по карабинам. Так, здесь у нас стойкость. Свинцовое брюхо, то есть радиационную воду можно пить. Жена-убийца, так, женщинам больше урон, медик, командос, халявщик, кровавая баня, я помню, это лазутчик, нет, это все не то, фанатик оружия, одинокий странник, кому нужны друзья, путешествие без спутников, вы получаете на 15% меньше урона, а максимальный вес, переносимый вами груза, увеличится на 50, странно. Фанатик жизни, наблюдательность, оружейник, ладно, это пока не надо мне. Кузнец, взломщик, чистая жизнь, боевой пес, хакер. Кстати, терминал, чтобы поставить терминал, даже можно терминал поставить у себя в городе, нужно вот этот вот... хорошо протягивать интеллект, по всей вероятности, да, и хакер тоже там нужен. Так, остальные пока способности не даны. Ну вот еще сборщик лама, ладно, это пока не надо. Наука, нет, ну нет никаких спецспособностей. Вот бешенство ботаника, а она, наверное, по одному уровню, да, идет. Физик ядерщик, эксперт по роботтехнике, вот все вот так вот идет, да. Интеллект, он соответствует вот этому вот уровню. Скорее всего, да. Чем больше интеллекта, точно, все, я понял. То есть каждый навык соответствует какому-то определенному виду, да? Вот силе соответствуют вот эти навыки. Восприятие вот эти, выносливость вот эти, харизма эти, интеллект эти, ловкость эти, удача эти. Так что давайте посмотрим насчет интеллекта. Так, пусть вас направит сила Voltex, пусть ближний бой. Так, ладно. В ближней цели задание отображается у вас. Медик, фанатик оружия, хакер. Это что там у нас? Сборщик хлама. Наука. Химик. Короче, ботаник, да? Эксперт по роботтехнике. По всем показателям ботаник. Физик-ядерщик и бешеный ботаник. Ну да, ну да, ну ладно, понятно. Хорошо, давайте тогда распределим оставшиеся 2 очки. Где-то, может быть, это что у нас? Коллекционер крышек. Вы овладели искусством торговли. Цена у торговца социально выгоднее. Вот это вот можно, наверное, да, взять. Думаю, что вполне отлично. Так, что еще можем применить? Стойкость, что значит? Как минимум держать удар вы умеете. 10% плюс 10 к сопротивляемости урону. Хорошая вещь. По крайней мере, на начальных этапах. Давайте его тоже выберем. Ну вот и все. Отлично. Теперь у нас есть повышенные способности. И эти способности, кстати, они у нас в пип-бой, похоже, отображаются. А в специал что у нас? А, сила, восприятие, харизма и все там подобное. Так, ну, со временем разберемся, я думаю, все будет примерно ясно. Привет, дружище. Хорошо. Ладно, пошли дальше. Посмотрим, может, что-нибудь еще найдем интересное. Кстати, куда нам идти? Нам идти нужно по дороге, скорее всего.
я бы не пошел, наверное, мимо дороги, потому что по дороге все-таки более безопасно. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Так, это что у нас, дорога или... Ага, вот и город. Тот город, куда нам нужно идти. Так. Туда нам идти не стоит. Шар какой-то интересный, да? Уж ничего нету тут. В принципе, можно было посмотреть что-нибудь еще интересное найти. Ладно, пойдем, может, вперед. Вон там не кротокрысы. Кротокрысы, или как они называются? Эти существа. Ладно, пришли в город. О, точно, это эти. Детеныш гнуса. Блин, офигенно. Давай его. Три только? А почему три очка действия? Странно. Чё так мимо-то, ёпты? Не, правое крыло мне не надо. А как назад? Отменить. Ай, я не ту клавишу нажал. Мама родная. Он мне еще радиацией херачит. Как такое может быть? Вот сюда вот я его в туловище два раза засажу. Че мимо-то так? Да я его так, наверное, легче убью. Так, секунду, надо привыкать еще к этому делу. Туловище, туловище, туловище. Собаку бы не попасть. А почему одна очко действия у меня осталось? Все, я ее убил. Ты, собачка, нормально все? Охренеть, он у меня здоровье столько отнял. Так, что у меня есть? Так, 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 предметы, предметы. Наверное, все-таки симулятор надо использовать. Хотя бы раз. Сразу же. Так, жареный таракан. Вес, очки здоровья, он не приносит... А что он не добавляет? А, 30 секунд. В течение 30 секунд восстанавливается здоровье. Ух ты, а прикольно. Я думал, наоборот будет. Красная шкала не до конца заполнена. Я не знаю почему, что это, с чем это связано. Крылышко, хобот гнуса. Так, детеныш гнуса. Где-то тут еще один был. Столько кровища налетело. Да, не дошли до самого конца. Где он еще один был? Они прямо налетели на трупы этих существ. Вон там он еще один. Может, это будет, возможно, скушать свое время, да? Так, а тут дорога, куда она ведет? Она, наверное, вот так и вела, а я прошел просто не по туда, я прошел в обход. Глупо, конечно, может быть. А может и не глупо, может так и надо было это все сделать. Ладно, пойдем подойдем к трупакам, вот к этим. Вау, это брамен? Блин, брамен тут лежит. Брамен — это старый добрый брамен. Я помню, знаю, что сейчас еще центросвет. Можно собирать цветочки здесь. Может быть, они тоже нужны для чего-то, я не знаю точно для чего. Но тем не менее, это было такое маленькое нашествие. Я еще не привык к управлению игрой, поэтому делаю ошибки периодически. Так что... Так, а вот и город. Вот это уже город, это уже не деревня. А здесь в городе можно насобирать много всего интересного и потом впоследствии строить в своем доме. Так, ну вот и все, мы пришли в город, теперь нам нужно кого-то найти, так ведь? Так, секунду. Информация. Осмотреть Конкорд, надо, кстати, осмотреть этот город. Ладно, мы будем этим заниматься в следующей серии, потихоньку, не будем торопиться. И может что-нибудь интересное тут уже отыщем, так что... Не забывайте писать комментарии и
смотреть новое видео, все только начинается, и игрушка будет потрясающей, даже не сомневайтесь в этом. Пока, ребят, до новых встреч.